аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. Спасатели неоднократно участвовали в оказании помощи кораблям и судам. И сегодня эти противопожарные бойцы в строю и готовы в составе дежурных сил флота прийти по первому зову на помощь терпящим бедствие судам и кораблям. Мы славим тех, кто вместе с флотом вырос, кто все моря и океаны исходил, кто 100 штормов так богатырски вынес, все трудности походов победил. На морских огнеборцах служат настоящие профессионалы, смелые, решительные люди, готовые в любую минуту начать схватку с огнем и победить. Искрящиеся на солнце фонтаны водяным фейерверком вздымаются над судном и сплошной стеной опадают на гладь бухты, создавая праздничное настроение всем, кто любит флот, кому не безразлична его история и судьба. Этот праздник фонтанов на воде нет нужды комментировать. Его надо смотреть, им надо любоваться. Мы также видим группу рейдовых буксиров Черноморского флота. Эти дружники моря, которые ведут капитаны Алексей Украинец, Борис Васильев, Сергей Марчук, в день военно-морского флота продемонстрируют жителям и гостям города непривычную механическую силу, а в прямом смысле грациозный танец на воде. Прежде чем начать свой необычный праздничный танец, буксиры приблизятся к трибунам для представления взыскательному жюри, севастопольцам и гостям Черноморского флота. Дамы и господа, сегодня вам свое мастерство демонстрируют рейдовые буксиры РБ-389, РБ-365 и РБ-412. Не каждый день можно увидеть, как на глади моря, словно на танцполе, кружатся в ритме вальса рейдовые буксиры нового поколения. Но в профессиональный праздник военных моряков возможно все. И мы являемся свидетелями этого незабываемого феерического зрелища. Современное оборудование позволяет капитанам филигранно управлять буксирами, добиваться впечатляющей синхронности и слаженности действий. И делается это настолько точно, элегантно и реалистично, что хочется не сдержаться и воскликнуть «Браво!». Давайте отдадим дань уважения капитанам и профессиональному мастерству команд танцующих и уровня буксиров. Входят в состав отряда судов обеспечения, который возглавляет
ветеран Черноморского флота Сергей Ельцай. На фоне стоящих в парадном строю кораблей мы видим парусную флотилию яхт-центра морской и физической подготовки Центрального спортивного клуба «Армия». Прощай, причал! Пусть крики чаек качает эхо берегов, пусть ветер весело крепчает, мой парус странствием готов. Когда-то говорили, кто не ходил под парусами, тот не моряк. И хотя уже давно прошли те времена, когда появилась эта крылатая фраза, глубокий смысл и житейская мудрость этого изречения сейчас так же актуальны, как и 100 лет назад. Основатели города и флота, сами будучи командирами парусных кораблей, совершали трудные походы морской доблести и славы по безбрежным просторам морей. А сейчас, дорогие участники праздника, вы будете наблюдать за действиями людей особого мужества. Краевые выброски воздушного десанта в эшелонированном боевом строю приблизились самолеты Ан-26 транспортной авиации Черноморского флота. Самолеты оставляют за собой гирлянды разноцветных горизонтальных парусов, которыми виртуально управляют парашютисты-спортсмены. Показные прыжки выполняет личный состав сборной команды Черноморского флота по парашютному спорту. В начале июля 2016 года сборная команда Черноморского флота по парашютному спорту участвовала в открытом чемпионате вооруженных сил Республики Беларусь по парашютному спорту, где заняла 2-е место среди нештатных команд. Прыжок с флагом Российской Федерации выполняет член Севастопольского авиационного спортивного клуба. 1650 прыжков. Прыжок с флагом военно-морского флота Российской Федерации выполняет начальник военно-морского флота по парашютному спорту полковник Рустам Шейпов. 1640 прыжков. Выполняет капитан сборной команды Черноморского флота по парашютному спорту, кандидат мастера спорта по парашютному спорту Александр Кишинский. 4000 прыжков. Прыжок с флагом города героя Севастополь выполняет член сборной команды Черноморского флота по парашютному спорту рядовой Александр Кишинский. 580 прыжков. Thank you.
Прыжок с флага победы выполняет представитель Сибирской региональной поисковой спасательной базы Андрей Сокол. 1480 прыжков. Ракету смотри, бросил. Летит, бросил. Прыжок с гирлянды с флага выполняет начальник Сибирской региональной поисковой спасательной базы Александр Куманец. 430 прыжков. Показной прыжок в воду выполнили члены сборной команды Черноморского флота по парашютному спорту. Майор Александр Спаленко, 430 прыжков. Майор Никита Вейцер, 325 прыжков. А также старший прапорщик Светлана Курпанова, 630 прыжков. Что за того занесло? Прыжок с выплывами Российской Федерации выполнили.